Так, все идет. Хайо, гейс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Соль и Святилище. Так, у нас два пути. Давайте пойду, короче, сначала в правую сторону, а потом уж пойдем в левую. Потому что у нас здесь идет как бы развилка. Здесь у нас новые враги появились. Точно, я забыл про них прочесть. Так, с 36-го, да, мы говорили, будем начинать. Так, это был. Девчище был. Что это было уже у нас? Так. Опа. Вожделяющий. Так. Бесплотный дух. Вероятно, при жизни он был палачом Эрлангом. Или же с его сыном. Так. Учетом, но это все важно. Оба призраки безликие рабы, вечно одержимы противостояние железным оптамом. Желанием обладать секирой палача, известный как вожделенная. Секира палача по странности острая, учитывая, что она вырезана из камня. Легенды гласят, что королевский палач получил ее в дар от неизвестного и остался очень доволен. Затем королевство сменилась власть, и вскоре все то же палач казнил этой секирой всю королевскую семью. Но перемены продолжались, и вот уже палач сам сделался королем. Так. И новый там еще враг какой-то был у нас. Белый рыцарь. Дрозд матриарх. Ни у одного дродза матриарха никогда не было детей, но каждый из них видит себя как чрезмерно заботливую мать. Любимый, кому не так повезло попасть в клетку матриарха, станет для нее ребенком, которого она вечно будет держать при себе, и живым, и мертвым. То есть, если я в клетку попаду, мне дамага много нанесется, да? Так, 36. Да, еще до... Много достаточно у нас неизвестных врагов. О, подожди. Значит, я то место уже прошел. Все отлично. Так, каменная статуэтка. Каменную статуэтку я использую, если что. Так, водица куда-то вниз капает. По сути, я смотрел, вниз можно прыгнуть. Главное, что нужно прыгать с той стороны, где капает вода. Но есть вероятность того, что я могу и сдохнуть. Хотя это маловероятно, потому что у меня есть хилы. Так, хилимся. Хилы. Фу. Утонувший медальон. Изи. А не, стоять, я же уже полностью прокачал. У тебя есть метка? Нету. Класс. Заперто. Великолепно. Дидинь. Оказывается, сюда нужно какую-то кровавую метку. Окей, допустим. Так, теперь ставим колечко. А, точно. Сделать подношение. Проводничка сюда засунем. И поехать. Фух. Так, хил. Но светильники это плохо. Я понял. Ведьма озера. Фу.
Тихо, тихо, тихо. Хилимся. Ну, куски ее я отрубаю просто. Довольно, в принципе, примитивный босс, довольно легкий. Но. Против света это понятно, потому что она по себе сама, походу, темная. Хорошо, что их закупил немерено. Пипец, у меня 20. Нужно будет еще купить, сходить. Так, использовал, успел, все. Ведьма озера. Довольно у нее атаки сильные, особенно когда она в притыке. Пипец. Минус души. Ну ладно, там их все равно было мало. Знаете, какой минус в этом враге? Нужно очень-очень сильно уклоняться от ее атак, потому что у нее именно атаки сами по себе очень жесткие. Очень жесткие атаки. Все, отлично, я около нее. Блин, а тогда она мне легко далась. Даться. О! Тихо, тихо. Прошу, нет. Хилься. На! Просто один удар нужно было ей. Пипец, если б я сдох. Winner. I'm winner. А мне душ не хватает. Так, ухай ведьмы озера. Хотя, давайте я хотя бы пойду восстановлю себе это. Хилку. Да, вот идти на босса... Не, хотя вот эти фонари, вот, что я заметил. На большинство боссах стоят вот эти незажженные, ну как, не фитили. Ну, короче, для вот это подсвечники, так сказать. Так, давайте, короче, что сделаем. Что я сделаю? А я нихера не сделаю. Я нихера не сделаю, ладно. И суть. Главное, что я ее убил. Я молодец. Ведьма, да, довольно сильная. Но она принимает урон против света. Это, ух, жестко. Чего? Это ж те твари, что на меня напали. Ладно. О, новые враги. Какие-то новые враги. Что за звук? Ага, приятели, теперь все, ваншотятся эти. Ага. О, мешочки дали. Отлично. Короче, это трубы куда-то... Трубы с путешествием, так сказать. Делать подношение. Подношений нету. Древо навыков. Так, давай, короче, сумку. Бац, бац. Дачок. Бац с ним. Отлично. Повысить уровень, да. Древо навыков. Так, от чего там у меня что зависело? От веса, да? Так, где моя конячка? Моя конячечка. Давайте я эту вкачаю конячку. Хотя, где поближе есть конячка? Вот.
Ладно, в конец. Сколько ты даешь? 5. Давай. Теперь вариант, куда мне, да? Давай вниз. Ага, я вернулся обратно, где был. А если я хочу на... А из них можно сумки, я вижу, повыбивать. Теперь погнали тогда вверх. Так, этот стоит у сундука. О, это был не сундук. Замерзший медальон. Блин, нахера ты обманываешь меня? Я думал... А что с ними не так? Утонувший медальон и еще один. Так, отлично. Такие враги на самом деле. Ой. Ай. Ауч, ауч, ауч. Так, ладно, давай. Ауч, ауч, ауч. С тобой, кажется, сражался, да? Зараза, эх ты, зараза. Чё он такой жесткий? Почему в тебе так много всего? Ты очень сильный. Для меня противник. Ноги. Ух. А ё-моё. Ладно, залез. Нет, подождите, я их не ваншот, перестал ваншотить. Стоит на урон, все стоит как раньше. Ага, понял. Или нет, я что, не могу залезть? Прекрасно. Допустим. Наверх мне, значит, никак не забраться, да, по-другому? Только если я не присосусь. Либо они сделают так. Хоп-хоп. Отлично. И... за место не хочу. Не хочу я здесь быть. Похоже, сюда нужно было идти. Эх, чел, ладно.
Убиваем мы с тобой. Минус ты, минус тебя. Как-то так. Следующее кольцо. Так, повышать защиту против рубящих ударов. Нет. Ради колечка. Ладно, нормально. Нормус. Ага. Почему я не могу заваншотить? Вот, заваншотил. Тогда я не смог заваншотить. Почему? Так, хорошо, там платформа, да, пусть. Ага, туда меня куда-то присосет. Нафиг. То есть у меня сейчас два варианта, да? Что это? За херня? Что это такое? Что ты такое? Что это такое было? Что это за херня? Минус 14к. Минус 4к золота. Ё-моё. Ладно, наверх. Повторяю, залез так же, как я тогда залез. Изи. Куда ты мне приводишь? Отлично. Знакомое место. Отлично. Опа, жемчужинка. Поехали. Я понял, что тот фиг опасный. Нужно про него будет прочесть. Сейчас убью, короче, этих монахов. И прочтем. Так. 36, все еще занято, все. Ведьма озера. Сайра, одна из двух сестер-близнецов, известная как Ведьма озера. Она хранительница соляного алкимантума, легендарная колдунья и алхимик. Невероятный талант. Так, ее черная одежда скрывает изуродливое алхимия тела, и она столь же опасна, сколь незрима. Тупые пауки, тупые пауки. Где тот хер? Вот он. Соляной плавник. Огромное неуклюжее создание. Амфибия. Так, порождение могущественного соляной алхимантии архитектора. Служит живым назиданием о жуткой мощи запретной магии. И кто еще был у нас? Скорпиончики, да, только кажется. Так, ловчий глаз. Соляное создание, архитектор, создавший их, чтобы они следили автономными стражами. Ее соляном алкимантуме. Опа. Рыцарь алкимантума. Тяжелые доспехи, оживленные соляной алкиманты, рабы архитектора, лишенные соли, обязанные находиться для хозяйской качественный металл и прочие металлы, но только архитектор собственной персоной способна
Плавлять, так, материалы с вечной сущностью, с солью, что извлекает из покаянных морских глубинах душ. И создавать рыцаря Алкимантума. Так, апсеры. Все. Так, ну вниз я все понял, лучше не идти мне. А, не, стоять. А если я туда не пойду, у меня больше пути как бы нету. Или есть? Сюда, да, путь еще есть? Нету сюда пути? У меня есть только путь вниз. Здесь, да, были скорпиончики. Блин, им всего лишь нужно 150 урона. Этого нету. Опа, что я сделал? Я мастер паркура. Мастер паркура. О, два удара нужно было. Каменный алхимик занялся так с другой статуэточкой. Что, поехали? Оп. Куда мне это привело? И этим тоже главное, что нужно по 150 дамага, чтобы грохнуть. Так, вот это, да, я открыл проход. А, понятненько. Понял, принял. Ладно, поехали сюда. Я тут еще не был. Так, гиганта. Вон оно что. Ладно, так уж и быть. Воу, что-то новенькое. Что-то он мне представил новенькое. Эй, ты надоел. Ты знаешь, сколько я в тебе урона? Да ты мечом внес. Много. Так, набираем сил. Проверяем. Так, а что у нас с той стороны? Так, ну блин, мне нужно будет потом туда пойти. А не стоять, лампочки. Все, ну нахер. Я всего лишь проверяю. Поэтому нужно в ту сторону теперь сходить по-быстрому. Все, отлично. Бежим. Так, я вас понял. Слишком темное место. Интересно, куда это я выйду. Так что по времени? По времени нормально. Утонувший идол. Ага, великолепно. Так, это великолепно. Что мы делаем? Ведьму я убил. Да, все-таки где светильники не светятся, значит там босс. Довольно легкая механика. Ну, такая, ладно, нелегкая. Ой. Ну, хотя сильными ударами можно грохать врагов этих. Легких врагов.
А, поехали. Так, ладно, заменяем колечко на урон. Колечко на урон. Тихо, 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 это не то место, куда я хотел запрыгнуть. Мы идем к боссу. Там, где светильник не светится, значит там босс. Это логично. Здесь будет босс. Так, ведьма, да? Без кожи. Довольно хилы, ладно. Виктори. Квизи, квизи. Квизи, квизи. Так, там будет светильще. Так, о, оно упорствует? Ради чего оно так упорствует? Ради выживания или ради власти? Оно может бежать и спастись. Или остаться и заявить о своих привилегиях. И то, и другое станет для него неподобной ношей. Так, так за что ты... Что оно борется? За выживание или за власть? За выживание. Я хозяин этого острова. Тот, кто хочет бежать, должен выкупить свою свободу. Скоро он поймет, что это невозможно. Перед ним всего лишь кукла. Кукла — это мой голос. Найди меня. О, понял, принял. Ух. Ну, короче, как обычно, ломаем игры. Так, что мы делаем? Мы сейчас пытаемся вернуться обратно. Потому что мы босса убили, и нужно тогда заканчивать. Так, готово. Нет, он слишком жесткий. Он слишком жесткий, и нужно валить. Да, если несколько этих выпиваешь, то делишься. Так, колечко света. Так, а что это у меня закольцовало? Снижает расход концентрации при использовании молнии. Так, ладно, все. А, все-таки красное это, да, один раз. Все-таки я могу делать прыжки два раза всего лишь. Блин, зря я Хотя, блин. Или не зря. Факела я купил. А, нормально. Так, повысить уровень. Да. Делать подношение. Не хочу. Так, древо навыков. Так, что я хотел прокачать? Я хотел прокачать, Переносимый вес. А переносимый вес у нас где? Вот он. Да. Да. А, то есть новые, если... Типа, если я старые, хотя не. Нормально, да. А, ладно, так пускай будет. Так, по сути, теперь я могу сделать вот что. Няв,
кольцо, которое... Где оно? Вот это, да? Но сливасть. Мне нужна воля. Так, повышает волю, значит так. Нет, стоять. Воля это другое. Воля это то, что мне нужно. Повышать силу. Значит, это, да, все-таки кольцо. Повышает выносливость. А урон. Итого у меня что выходит по предметам? Я как раз иду. Как раз подхожу. Так, а это точно то кольцо? А, вынос. А, вот. Да, оно на груз. Блядь, значит все нормально. Так, поэтому... Ну, хотя я отдохнул с телища, давайте, короче, дойдем до речки. И здесь остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. И, походу, это заключающая серия будет, либо нет, либо еще две. Поэтому всем пока.